16 июля 2024 год. Ну и четвертый сегодняшний афоризм, который сегодня написал, самый сложный. Он написан для русских, для россиян. Хотя, наверное, он сильно сложный, он как бы обращен к русским, но скорее про русских. Давайте еще без... В общем, специальная военная операция, это обращение вообще к русским, россияне. Специальная военная операция, это социальный лифт, которому плевать на твои габариты, но мерку лучше снять заранее. Написал этот каламбурчик, эту хохмочку сегодня, 16 июля 2024 года. СВО это социальный лифт, которому плевать на твои габариты, все равно поместишься. А есть у меня, кстати, хороший старенький афоризм. Даже если жизнь не сложилась в гроб поместится. Ох, как много у меня афоризмов к россиянам. Специальная военная операция – это социальный лифт, которому плевать на твои габариты, но мерку лучше снять заранее. Написала сегодня, 16 июля 2024 года, этот афоризм.